Всем привет! В этом видео я покажу, как скачать Enlisted на ПК. Это будет подробная инструкция от скачивания до первого запуска. Итак, давайте начнем. Enlisted — это шутер от первого лица в сеттинге Второй мировой. В этой игре ведутся исторические бои с разными исходами событий за три стороны — СССР, США и так называемая ось. В вашем распоряжении десятки отрядов со своей спецификацией и стилем ведения боя. Также можно играть на технике, и самое главное, что все это максимально приближено к реальности. Если я вас заинтересовал, то скачать игру можно по ссылке внизу видео. Для того, чтобы скачать Enlisted, переходим по ссылке, которая есть в описании и в закрепленном комментарии. Вы попадаете на официальный сайт игры, и здесь, чтобы начать игру, вам необходимо создать новый игровой аккаунт. Жмем кнопку «Играть бесплатно». Перед вами открывается форма регистрации. Первое, что важно ввести, это электронную почту, ваш действующий e-mail. Если у вас нет ее, то идите создавайте почту и продолжим. Затем вводим уникальный никнейм. По нику вас будут находить в игре, и если никнейм занят, то его можно полностью изменить или придумать другой. Добавить цифры или знаки в начале или конце ника, чтобы он был более уникальный. Немаловажным является пароль. Он должен быть сложным и не коротким, и без использования дат рождения, чтобы он был действительно сложным. Затем повторяете выдуманный пароль. Напоследок у вас осталась проверка на бота. Нужно ввести все символы капчи, что на картинке, которая у вас будет, и все. Если она введена неверно, обновляем страницу или картинку и заново вводим. После нажатия на кнопку «Играть» наконец-то вам разрешают скачать игру. Также нас уведомляют, что аккаунт был создан. Не забудьте перейти на почту, чтобы подтвердить создание аккаунта. Нажимаете на кнопку «Скачивание игры» и запускаете файл. Обязательно устанавливайте игру на диск там, где у вас наибольшее количество свободного места. Кстати, если вам интересно, сколько весит Enlisted, то это всего 16 гигов. В отличие от современных AAA проектов, это очень немного. Да, и вот системное требование игры. Поскольку игра только вот вышла из ЗБТ, то могут быть когда-то просадки или пролаги, но это исправится 100%, ведь игра free-to-play, и она просто должна быть доступна обладателям слабых ПК. А сами системки не такие уж и большие. Если вы увлекаетесь играми, то у вас по-любому есть ПК с требуемым железом для запуска Enlisted. Итак, игра скачалась и установилась. Время зайти в нее и погрузиться в баталии происходящего. После захода в игру вам нужно будет выбрать одну из компаний. От этого зависит, какие стороны сражения вам будут доступны, но в любое время можно будет сменить компанию в меню игры. В самом начале у вас будут базовые три отряда, которые нужно будет прокачивать. Для начала стоит зайти в бой и познакомиться с механиками, которые нужно будет знать. Первое, что вы сделаете в игре, это или кого-то подстрелите, или вас подстрелят. Не всегда, но у вас есть шанс упасть в раненое состояние. Если у вас есть аптечка, ее можно применить, или позвать ваших отрядников, чтобы они вас подняли. Упасть можно только один раз. В следующий раз вы не сможете получить последний шанс. Главное в любом бою это прорваться к точке, захватить ее или удерживать эти точки. А какими средствами вы это сделаете, это уже ваша история. Позже вы получите возможность управлять техникой и получите новые специальные отряды типа инженеров, радистов и огнеметчиков, которые могут эффективнее справляться с прорывом или защитой точек, чтобы сдержать врага. Не забывайте, что ссылка на скачивание игры находится в описании и в закрепленном комментарии. Переходите и качайте. На этом все. Вам спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и всем пока!